Привет, привет, мои хорошие. Второй час ночи я всех уложила спать, закончила свои домашние дела и решила показать, что мы купили последние дни. Вот, одежда. Мне и мужу. Детям в тот день, в те 2 дня, точнее, покупок не было сделано. У детей уже столько одежды, я не успеваю одевать на них, они вырастают из нее, особенно дочь. Дочь очень быстро вырастает из одежды, которую я ей покупала из платья. Ладно, не буду долго разговаривать. Показываю потихонечку. Начну, наверное, сперва с мужа одежды. Так, пакеты уберем, чтобы не шуршали. Мы купили несколько рубашек в магазине Вайкики. Вайкики марку я люблю именно мужской одежды. Линия мужской одежды у них там качественная. Сколько рубашек муж покупал? Стирай, одевай. Джинсы хорошие Вайкики. Классические брюки. Классика брюка. Брюки не самое лучшее качество. Джинсы хорошие, рубашки, футболки мужские очень хорошие. Детская одежда тоже хорошая. Женская нужно поискать, можно найти хорошие вещи. Так, много не будем разговаривать. Марка Вайкики, чисто белая рубашка. Хлопок. Вайкики бывает, знаете, куча этикеток. Так, 70% хлопок, 30% кетен. А что такое кетен, интересно? Не знаю. Девочки, кто знает хорошо турецкий? 70% памук, я знаю, это хлопок, да, насколько я правильно знаю. 30% кетен написано. Ткань очень приятная, немножко прозрачная, похожая, знаете, на тоненький-тоненький лен. Чисто белая рубашка с рукава собираются. Мне очень нравится, когда собираются рукава. Цена, по цене. Всего лишь 70 лир стоит эта рубашка. Вот. Всего лишь 70 лир. Я считаю, что это недорого, потому что... Сейчас я вам покажу строчки. Вот смотрите. Ниток никаких не было торчащих. В отличие от магазинов, в которых вещи... в разы дороже, и я всегда обращаю внимание на торчащие нитки. Вайкики, на мужской одежде я редко вижу торчащие нитки. В других же магазинах частенько. Ну, пожалуйста, вот внутренняя сторона. Ну, короче, нету ниток, значит нету. Врать я вам не буду. Вот. Идем дальше. 70 лир. Ну и на одной рубашке столько времени задержалась. Вот такая вот рубашка из ткани для футболок. Но это именно рубашка, она застегивается спереди, без воротничка. Воротничок такой стойко. Мне она очень понравилась, кстати. Я вот думаю, она еще была в темно-синем цвете. Я думаю, на подарок брату такую же взять, что ли. Если найду его размер. Там, в том магазине, в котором мы брали, размера не было. Так, мой муж носит XL в основном. Цена у нее вообще смешная, 45 лир. На без рукавов. Здесь, по-моему, нарисованы кораблики, что ли. Мелкие кораблики. Тут даже не поймешь, что это кораблики. Без рукавов. А тоже не так нет. Вот. Темные пуговички. И вот такая вот полосочка на воротнике. Темная, все. А еще одна белая рубашка, но она уже с темно-синей полосой и пуговки темные. У мужа очень много белых рубашек, он любит именно белые рубашки и светло-голубые. Это его 2 любимых цвета, которые он постоянно покупает. Так, вот здесь вот, например, я вижу одну нитку торчащую. Вот она. И то она вышла.
Тоже XL размер, короткий рукав. Все, больше ничего, ничего интересного здесь. Воротничок вот такой вот внутри. Цена этой рубашки 55 лир. Тоже считаю недорого. Вообще Вайкики вещи недорогие. Ну, подорожало, конечно, если сравнивать с тем, что было раньше, но все равно недорого. Так, темно-синяя рубашка. Ой. Ценник выдернут. Ну, тоже, наверное, в районе не больше 70 лир она, это точно. Темно-синяя. Вот нитка из пуговицы торчит. Темно-синяя рубашка с белыми пуговками. Вот. Длинный рукав у нее. Что на ней нарисовано, ромбики? Длинный рукав. Подворачивается, застегивается. Это все хлопок. Все хлопок. Цену не знаю. Голубая рубашка. 40 лир со скидкой. Смешно вообще. Изначально стоила 70 лир. Потихонечку спустила до 40. Мелкий-мелкий такой рисунок. Типа веточки, что ли, листочки. Вот. Вот так вот. Белые пуговки. Тоже длинный рукав, но он не собирается, не застегивается здесь. Так, надо побыстрее. А то на одних мужа рубашках здесь будет все видео. Так. Вот эта рубашка мне не очень нравится. Из тех, которые мне не очень нравятся. Я не люблю на мужчинах вот всякие цветочки, что ли. Но из-за того, что она не броская, я согласилась, чтобы муж ее купил. Рукав собирается здесь. Воротничок вот такой. И где пуговки? И светлые такие красивые пуговицы здесь. Именно красивые такие. Так, цена у нее. Собирается рукав вот так. 60 лир. Так, и джинсы тоже взяли там же. Ему цвет такой серо-голубой. Конечно, дофига у него брюк, да и рубашка дофига. А завтра буду разбирать его гардероб, чтобы избавиться от тех рубашек, которые, например, редко носит. Потому что это все вешать некуда. Вот эти джинсы отличного качества, всего лишь 80 лир. Они просто прекрасного качества. Они ничем не хуже тех джинс, которые мы брали пару месяцев назад. По 200 лир, по-моему, по 200 с чем-то лир. Ничем не хуже. Может быть, даже где-то лучше. Не, ну где-то лучше не скажу, но такие же, да, ну вот. Классика, ничего лишнего. И так красиво они сели на мужа, мне прям очень понравилось. Вайкики, кстати, посадка у джинс очень хорошая. Именно на моего мужа хорошо садятся там джинсики. Потому что у меня муж же высокий рост, но ноги длинные, и на него хорошо садятся джинсы из Вайкики. Так, все. И какие-то дешевые туфли мы ему купили. Сейчас. Дешевенькие. Почему? Потому что он ужасно носит обувь и быстро портит их. Поэтому это так на каждый день таскать. Это коричневые. Коричневых у него не было. Представляете, это кожа, но выглядит как-то не как кожа. Но это кожа. Вот. Так, цена. Теперь не знаю. Их мы взяли, конечно, не в Вайкики. В Вайкики такой обуви нет. Их мы взяли в магазине Фло. Вот эта марка, вот эта линия, кстати, она неплохая. У мужа не одна обувь, не одна пара обуви была эта линия. Сейчас тоже он купит таких же. Ну, в принципе, насколько мой муж носит неаккуратно обувь, это несколько месяцев она у него держится. Очень неаккуратно носит мой муж обувь. Сколько стоит? Так, 120. Вот. Теперь это все мое, да. Теперь покажу, что я купила себе в Вайкики.
Я купила себе две штуки брюки. Хотела выбрать другие, приглядела совсем другие, а купила совсем другие. Те, которые приглядела, были такие бежевые, в темно-бежевую полосочку вертикальную. Но я их не взяла, потому что у меня подобные, что-то наподобие уже есть, я вспомнила это в раздевалке. И думаю, давай-ка возьму то, чего нет. Взяла красные брюки, штанишки, точнее, это не брюки. Они свободные, с запахом. У меня когда-то очень давно, когда мне было лет 20-21, наверное, были такие брюки разноцветные с запахом. Мне мама привозила их с Саудовской Аравии, когда она ездила в хадж. Тогда ни у кого таких не было. Но здесь немножко по-другому запах сделан, там было по-другому. 38 размер я взяла. Сейчас мне в основном вещи подходят 36-38 размер. Ну, некоторые вещи я и 40-й беру, но чаще всего 38 размер ношу. Цена этих штанов 70 лир. Без скидки, без ничего. Свободные до пола. Я их взяла, потому что у меня ничего красного низа нет. Давно-давно у меня была юбка, но она умерла. И потому что они свободные, легкие на лето, и как юбка смотрится. Взяла еще одни брючки. Ну, это классический такой крой. Это именно брюки со стрелочкой. Можно носить со стрелочкой, можно носить и без стрелочки. Посмотрим, как мне больше понравится. Сзади типа карманы, обманки. По бокам есть карманы, но их нужно, они прострочены, нужно открыть. Ремешок, конечно, ну так себе ремешочек. Я вообще не знаю, к чему он здесь, тигровая, леопардовая какая-то расцветка. Длина чуть-чуть, они мне по щиколотку. Я люблю полную длину. Вообще, я предпочитаю, если выбирать между полной длиной и укороченной, которая сейчас в моде, я выберу полную длину. Но если нет полной длины, то уже покупаю укороченную. Чуть-чуть укороченная. Вот так вот. Цвет очень красивый, голубой, нежный цвет. Я не настолько красиво передает камера цвет. Цена у них 90 лир. Тоже без скидки. Так. Идем дальше. Купила я рубашку. В прошлый раз, помните, наверное, кто смотрит меня, я покупала тоже рубашку и юбку в магазине Муда. И сегодня тоже там же взяла рубашку. Я ее купила из-за цвета. Обалденный цвет у нее. Я не знаю, камера как вам передаст, но цвет у нее в реальности обалденный просто. Он не красный. Я не могу объяснить, какой этот цвет. Он бесподобный просто. Там еще был сарафанчик. Но сарафан размера моего не было. Так, подобного же цвета. Рубашка отличного качества. Материал. Но мне кажется, рубашка будет краситься. Потому что 100% лен. А, кетен это лен, оказывается. Поэтому уже рубашка была похожа на тонкий лен. Так, 100% лен. Почему я думаю, что будет краситься? Я не знаю, не уверяю, но вот видите, этикетки уже крашеные. Хотя, вот здесь я смотрела, строчка у нее внутри прям, она белая, светлая. Такая рубашка интересная. Классика классикой, впереди кармашки, рабочие кармашки, поднимается рукав. Застегивается очень красиво. Я взяла себе размер 38, выбирала между 38 и нет, вы знаете, на мне и 36, и 38, и 40 села нормально. 36 было прям вот красиво сидит рубашка, но я побоялась, что я буду нагинаться, резкие движения сделаю, что вот здесь вот распорится. Вот 40-й было свободно, так совсем другой стиль, а это вот средний. Цена у нее 230 лир. Ну, дорого за рубашку, это да. За эти деньги можно, например, в другом магазине, например, в том же Вайкики, купить 4 рубашки.
спокойно можно. Но она мне очень понравится. Так, купила платье. Так, где я его купила? Я даже не помню. Манго. Купила платье манго размер элька. Элька. Оно стоило 200 лир. Я помню цену его. Но здесь нету этот ценника, сняли они. Вот такое вот платье. Выбирала там, куча платьев было, выбирала между всеми. Вот это села на меня так, как мне нравится. Интересно, вот спереди оно сделано. Вот на поясочке, смотрите. Мне нравится, что вот так вот все закрыто. Платье очень скромненькое. Единственное, вот здесь оно мне чуть великовато. Размер поменьше, сел на меня совсем по-другому, мне не понравилось. Оно везде село хорошо, вот здесь вот чуть великовато. Нужно будет сантиметр буквально убрать. Вот. Сзади оно на молнии. Прям вот аж вот до сюды молния. Прям. Так, здесь какое-то пятнышко, я надеюсь, отстирается. И у него есть ремешок, такой вот широкий пояс. Сзади бантиком завязываешь. А длина закрывает мне колено. Мне это очень-очень понравилось. Я люблю такую длину, которая закрывает мне колено. Или я люблю платье и юбки в пол длинное, или чтобы закрывало колено. Вот такая вот красивая штука. Штука. Как я заговорила. Так, ткань. Ну, понятно, что натуральная. Котон, да. Котон. 100% хлопок. Не просвечивает, хотя мне изначально показалось, что просвечивает. Очень хорошее платье. Так. Ну, это все вы, конечно же, на мне увидите, когда мы будем гулять. Вот. Примерки в этом видео точно не будет, потому что, ну, это надо постирать, нам погладить, потом примерять. А так, как попало, одевать, себя показывать, надевать я не хочу. Купила себе обувь дешевую. Знаете, вот такое, побежать в магазин. Нет, кстати, не только побежать в магазин, чтобы было удобно. Вот. Тапочки купила в том же магазине, в котором муж покупал. Вот эти тапочки, 78 лир. 39 размер взяла, почему-то 38 на меня не налез. Я всегда носила 37 размер обуви, в Турции ношу 38. Вот видите, даже 39 покупаю. Вот этой же фирмы, марки, у меня есть босоножки в прошлом году, или позапрошлым я брала у них. У меня живые они до сих пор, но я обувь ношу очень-очень аккуратно. Я вообще одежду ношу очень-очень-очень аккуратно. У меня может одежда служить годами. От того, что она мне надоела уже, не от того, что она старая, а от того, что она мне надоела, она уходит у меня из гардероба, кому-то я ее отдаю или что-то делаю. Вот такие вот тапочки. Это не кожа, естественно, нет, за 70 лир кожи не будет. Бежевый с белым, такой нейтральный, оттенки на лето самое то. Подойдет под все. Там еще черный с белым, по-моему, был. И взяла босоножки черного цвета, вот такие, этой же линии, этой же марки. Они за 100 лир. Цена 100 лир. Это кожа. Какая-никакая, но кожа. Местами. Сзади резинка. Вот здесь вот резинка. Вот я их взяла из-за того, что нет застежки, которые раз быстро надел, их можно как тапочки тоже надеть. Мне это очень удобно. Я в последнее время почти всю свою обувь осеннюю носила как тапочки. Это 38 размер уже, вот это мой размер. Сидят они очень красиво, мне нравится, мне понравилось. Классный. Класснючий, я на лето очень даже хорошо. Заметили, наверное, да, что вся обувь у меня теперь на сплошном. Не из-за того, что родились дети, а еще до рождения детей я носила обувь на сплошном 95%. И последние босоножки, которые я купила, это уже в другом магазине, Yargo Gym. Это вот такие вот босоножки. Я приобрела их из-за цвета.
Вы, наверное, заметили, что я покупала много. Нет, я не показывала их. Да, я по покупке свиньи не освещала. Я покупала, у меня есть в гардеробе несколько голубых рубашек. Естественно, подойдет. Есть вот такого же цвета брючки. Я их показывала в прошлый раз, по-моему. Потом сегодня на мне были такого же цвета брюки широкие. Ну, они под много чего подойдут, поэтому я их купила из-за цвета. Цвет такой универсальный, спокойный. Здесь, видите, три оттенка. Серый, серо-голубой, вот такой же цвет, как и джинсы моего мужа. Такой бирюзово-голубой и такой грязно-голубой. Вот. Стопроцентная замша, естественно. Это считается дорогая марка, хорошая. Я их купила за 460 лир, 38 размер. Вот. Но есть одно... 38 размер. Но есть одно но. Девочки мне забыли проколоть здесь дырочки. В Турции я очень часто замечаю, когда покупаю босоножки с такими застежками, что вот эти застежки, они в основном короткие. Язычки вот эти короткие. Я не знаю почему. Это не первый раз я замечаю. Я думала, может быть, это у недорогой обуви так. Но вот видите, у дорогой обуви то же самое. Мне, например, вот здесь вот эта дырочка не хватает. Если я натяну, можно, конечно, натянуть очень сильно. Потом мне начинает вот здесь вот давить. Ну, ладно, все. Короче, вот они, наши покупки. Повторюсь, детям одежду не купила там. Мячики, игрушки что-то купила, мелочи, все. У них и так дофига всего. В принципе, у нас с мужем тоже дофига, но о себе забывать тоже нельзя. От того, что детишки появились, о себе забывать нельзя. Все, мои хорошие, я... Что я сделаю? Я сейчас умоюсь и на боковую. Спать, 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 спать. Честно, хочу спать. Устала сегодня, дети капризничали. Ну, в принципе, это нормальные хлопоты мамы. Все, я закрываюсь. Всем хорошего дня, кто смотрел. Днем доброе утро, кто смотрел. Утром пусть все у вас будет хорошо, пусть день пройдет прекрасно. И кто смотрел вечером или ночью, вам спокойных, хороших, светлых снов. Просыпайтесь с добрыми мыслями и намерениями. Пока-пока.